Объективы фотокамер явно смущают этих парней. То боевой клич получается не с первого дубля, то и вовсе мяч потеряют. Однако на площадке команда ЦСКА «Химки» показывает потрясающие результаты. Например, в прошлом сезоне они стали бронзовыми призерами чемпионата высшей лиги. Но сегодня вместо паркета под ногами фон для фото, а вместо тренировки у ребят так называемый «медиадень». Ежегодно в начале баскетбольного сезона спортсмены собираются, чтобы обновить групповое фото команды, пообщаться с прессой и друг с другом. В этом году у ЦСКА «Химки» значительно обновился состав команды. 5 новых игроков. Один из новобранцев, Арсений Семенов, переехал из Екатеринбурга на позицию ни много ни мало капитана команды. В обязанности капитана входит, что нужно всегда команду на кураж выводить в игре, даже если что-то не так идет. Это все равно твоя ответственность. Я еще один из самых старших, поэтому... Скорее всего, это самая сложная задача, когда вот нужно всех взбодрить, сплочить на площадке, и чтобы все работало хорошо. Помимо новых игроков, в ЦСКА «Химки» появился и новый тренер. Роман Двинянинов ранее тренировал курскую команду высшей лиги. Сейчас знакомится с химкинской командой. Хоть большую часть состава он уже знал ранее. Здесь есть игроки в команде, которые были у меня в Перми, в молодежке были, кто был у меня в Курске, игроки были. Так что все знакомые, играли с молодежкой, играли со всеми, встречались, пересекались. Ну, так что всех прекрасно знаю. Ну, работать достаточно легко. Ребята понимают, стараются, все выполняют. Впереди у команды сложный сезон, подготовку к которому спортсмены начали еще в августе. Первые тренировки прошли дома. Затем баскетболисты уехали на сборы в Сочи, где поработали над техникой прыжков и тактикой поведения на площадке. Первая игра сезона у химкинских мастеров «Класть мяч в корзину» пройдет в Магнитогорске, где 13 и 14 октября нашим парням предстоит сразиться с металлургом «Челбаскет». Сервер Бекмамбетов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.